Привитос, амигос, как обычно, почитывал комменты, сказали, что чашу надо на какое-то надгробие поставить. Давайте, блядь, поймем на какое. А, чаша предков здесь нужна. Здесь нужна. Хуй знает, какая другая. А, о. Ритуал чаши, все верно, смотрите. Да чё? Что надо-то? А, 1000 отголосков крови надо, блядь, на ритуал. Сука, я могу поссать вам эту чашку, вы что, ёбнулись? 1000. А, ну 1000 это хуйня, в принципе. 1000. 1000 вообще ничто. Только я не понимаю, на что они хотят, чтобы я их потратил. Мне за это вообще что-нибудь дадут. Церковь доброй чаши. А, не, мне туда не надо. Я же... Имел, как это, блядь, везение приобрести ключик за 10 000 душ. Чё я теперь из-за 1000-то взъелся? Меня аж 10 потратить заставили на ключик, чтобы пройти. Только я не понял, куда именно там пройти. То ли туда внизу, в склеп, где я в дверь опирался, в закрытую, то ли здесь, прямо из церкви, тоже дверь какая-то закрытая куда-то ведет. Бастард Лорена. Так, бастард Неда Старка надо было написать. Так, это где? Подождите, сейчас найдем дорогу. Вот здесь, по-моему, тоже, да, дверь закрыта была. Не, нихера тут не было. Хорошо. А где тогда дверки были, кроме как, ну, там понятно, ёптать. Что, где-то сзади, что ли? Подождите, где церковь, где бабка сидит там? Это все в этом здании или в другом в каком-то было? Я, блядь, вообще ни хера не помню. Да откуда бы здесь собаки-то взялись? Блядь, я не туда улетел, что ли? Ну, волки меня эти больше не пугают. Вот, в принципе, говорят, что эта игра, она как бы типа сложнее, потому что щитов нету. Но вообще в Dark Souls вот так вот не каждого моба заспамишь, а вот здесь каждого. То есть, ну, удары они как бы отбрасывают врага или оглушают, непонятно, что-то такое делается, короче. Вот, и поэтому, если выносливости достаточно, да, то можно просто спамить кого угодно. Так, ну вот я, блядь, куда-то пришел. Заборный округ. Подожди, вот там это обойти. Это опять туда же прийти. Так, с другой стороны. Нифига ты силовой удар пережил? Ничего ты, бич. Надо бежать, пока собака не согрелась. Ну, а я сейчас здесь где-нибудь. Пойду просто, приду с другой стороны к этой гробнице. А, блядь. Вот этого... А, ну я понял. То есть силовые удары, они типа не оглушают. Тут надо именно быстрыми оглушать, спамить. Силовой удар, он что-то вообще... Он воспринял как личное оскорбление, я бы сказал. Он не шарахнулся, а только, блядь, сильнее мне палкой в ответ въебал, да и все. Так, ну вот я, в принципе. Тихо. Сейчас он уйдет. У него со зрением, походу, вообще беда. Все, 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 чувак. Иди, иди куда шел. Блять, да дерги ты эту хуйню. Закрой его там нахуй. Удачи, долбоеб. Чтоб тебя воротами прижало. Так. А, где-то здесь. А, вот там слева вход. Блять. Отлично, долбоёб ебаный. Что ж ты, сука, цель-то, блять, не захватываешь-то, ёбаный ты, блять, ишак. Сука, куда выстрелил, нахуй, не поймешь, блять. Ему кирпич в ебло летит, он решил застрелить забор, блять, срочно. Чтобы забор не борзел.
Сука, блядь, тупоголовый уёбок. Вот, короче, из соборного округа надо было идти. Тогда вот здесь рядом получается. Видите, подходите просто и ебашите его. Он ничего не может сделать. Это самый халявный фарм, мне кажется, за всю историю игр. На чем с той стороны? Заебись вообще. Надо дать ему выйти. Ну, ты идешь, а шаг, блять, сука, переросток ебучий. Нет, не идет. Придется пиздюлей навешать. Нахуй, как я ему вешаю, да? Ебаша прям его за троих, блядь. Ну. Не скажу, что это имело какой-то эффект, прям охуенный. Вот это, наверное, удар ваншота был просто. Исполнен. Исполнен мимо кассы, слава богу. Ну чё, где мои брызги крови-то? Где мои шметочки? У птицы или у этого урода, блядь? Блять, кучно вас тут понаставили, конечно. Ну. Нежданочка, да, чувак? Бывает. Ты не первый, кто сдохнет от того, что меня недооценивает. Следующая мразь. Стоит тупой. О, вон они. Душонки-то мои. Охуенно. Пистолет дал осечку. Что, он какой-то, блядь, нехуёвый, по-моему, чувак-то. Необычный. Он усилен, блядь, магией какой-то, мне кажется, черный, блядь. Это пиздец. Хули он не парировался, ты вообще не понял. Говно собачье, блядь. Ну, давай. Они не парируются, наверное, да? Узнать об этом можно только, блядь, хуй знает. Хуй знает у кого, хуй знает как, блядь. Методом научных изысканий, наверное, не знаю. Все, птички я не буду мочить. Вот это явно нарывается. 110 душ... Да, 110 дают, кстати, за птицу. Молодой человек, разрешите, я пойду. Да нахуй надо, блядь. Сука, как я увернулся от этого ядра смерти. Блять, он там бушует. И там еще жучок этот бегает, как назло, внимание отвлекает. Вот пиздюк, а. Так, ну чего, откроет этот ключ, это говно? Хуй, блядь! Ёб твою мать. Заебись, нахуй. Че я тут хожу тогда? От чего, блядь, этот ключ ебаный? Сука, блядь, просто ярость. Я нихуя не понимаю. Ну, в Dark Souls, блядь, с ключами это вечная тема, на самом деле. Тут нехуй удивляться. Когда тебе, блядь, в конце игры падает какой-нибудь ржавый пиздоключ, блядь, и он, оказывается, в начале игры что-то открывает, это просто, блядь, меня всегда в восторг приводило. А ты такой, типа, должен помнить, где у тебя там двери закрытые были. Вот это не дверь? Нет, не дверь. Как они лежат по-братски, смотрите. Кучненько так. В одинаковых позах. Слушайте, а если с обрыва спрыгнуть, там ничего нет? Или я смотрел уже? Ага. Ага, хуй. Я думал, спуск идет какой-то. Не-не-не. Туда без парашюта нахер надо. Тут парашют, наверное, где-нибудь продается специальный для спуска, блядь, в такие клаки. Окей, хорошо, сука. Так где, блядь, чё этот ключ открывает-то тогда? Я чё-то ещё не врубаюсь. Что-то в церкви какая-то дверь еще была вроде, нет? Или здесь? Или здесь? А может здесь? Чё это такое? Лифт?
Что-то я не помню, чтобы я на таком лифте куда-то ездил. Сундук. Ёб твою мать. Хули ты тут делаешь? Хуй тебе, старый инвалид, блядь, охерел что ли? Вот это я ебу, дедушка. Напиздрячить мне хотел. Бля, я буду в этой игре есть мимики. Как мимика отличить, интересно? Причащение. И что это, блядь, за говно? Пепел, хуепел. А, во, увеличит максимальный объем пузырька крови. Чё это такое? И чё? Блять, это юзать надо или что? Тайный символ Кирилла, мастера по рунам из... Оттуда-то, оттуда-то несколько рун, включая причащение, относятся к крови. Это увеличивает максимальное количество пузырьков крови, которые можно переносить с собой. Эта руна представляет церковь, а значит надо юзать. Значит не надо юзать. Нихуя не понимаю, как это говно работает. Ну, руна куда-то вставлять. Наверное, в броню. Ёб твою мать, что происходит? А чё он такой живучий-то? Нихера, 4 удара обычный бомж стал выдерживать. Сука, тут просто, блядь, дикий запад какой-то. Мастерская церкви исцеления. Так, тут быстрый спуск куда-то. Вяу-вяу, церковь исцеления. Мастерская. Я не верю, что вы ничего тут не спрятали. Ах ты, блядь, такая. Да соси ты ногу тогда, блядь, тварь. В принципе, нахер мне эти заточки не нужны. У меня уже, блядь, оружия за всю игру столько не будет, сколько я уже собрал заточек этих. Сука, смотри, стоит в углу. В черных тряпках его не видно. А он херачит, блядь. Ёб твою мать. Не хватило на один удар выносливости. Бывает же такое западло. Коктейль Молотова. Давненько что-то не падал. Как-то тут стемнело, да? С тех пор, как я убил чувака с факелом. Самоцвет оттенка крови, обосраться и не жить просто. Конечно, не очень интересно играть в игру, где шмотье вообще не падает, блядь. Падает только какие-то, блядь, непонятные предметы. Вот, то есть ты открываешь сундук, и у тебя вообще нет надежды там какую-то пушку найти. Ты понимаешь, что там будет лежать какое-нибудь говно, скорее всего. Что-нибудь нахуй ненужное в основном. Такое ощущение, что это локация для фарма пистолетных патронов. Ну давай, давай, что ты куда-то пошел-то. А этот дед с ружьем почему? Что за моб вообще, дед в кресле, блядь? Взяли моду, нахуй, заставлять убивать каких-то пенсионеров, блядь. Давай, заходи. Там что-то на карнизе мало места. Стремно с ним драться. Улечу еще, как тут охотник с башни. Пиздец. Жирная пидота, блядь. Сука. Ртутные пули, ртутные пули. Ну, я говорю, густая кровь какая-то. Вот такая шляпа всякая падает непонятного назначения.
В Дарке-то поинтереснее было. Там идешь по локации, хуяк сет какой-нибудь новый нашел, прикольный там. Одеваешь, смотришь, там, думаешь, точить, не точить. Шмотки тяжелые, легкие, средние, магические, там все это. А здесь класс один. Это чувак с кинжалом, поэтому если броня и будет, то обязательно легкая. Точно такая же кожаная вариация на тему кожаных плащей. Что это такое? Небо и космос едины, хор. Какой хор? Певческий, что ли? Надо бы написать, это судьба и родина едины. Так, там дед, стрелок, охрана с ними. Но выше дороги, я так понимаю, здесь нету, да? О, ты удачно. Густая, холодная кровь. Так, ну чё, время щита настало. Так, раз дед, два деда, давай деда сразу. Дерзок. Он еще и смотри, что у него с лицом. Он наверное, много дакфейсов фоткал своих. У него клюв вырос. Но это, видимо, доктор какой-то обалденный. Этот что-то вообще он приуныл. А, они все в противогазах, что ли, таких? Интересно. Такое ощущение, что вот в этом гробу нихера нет. И правильно. Значок охотника с сияющим мечом. Да, сучка, меч. Я буду вооружен и опасен. У меня 6000 душ, кстати, с собой. Ну, заебись. Ну, заперто, что? Опять заперто. Нахуй я сюда шел? Я, блядь, вообще не понимаю. У меня какие-то ключи есть, что-то, блядь. За 10 тысяч какие-то, блядь, невероятные. Единственные две двери, которые я нашел, открываются не им. Сука, чем они тогда открываются? Но я не унываю, потому что тут еще есть спуск внизу. Мазевый. Спрыгнуть туда между этими. У меня вроде есть, если что, телепорт назад вернуться, чтобы не разбиваться и душ сохранить. Вот туда можно спуститься. Не знаю, что там есть. А жук-то не исчез, смотрите-ка. Не спрыгнуть ли мне за лутом? Пожалуй, нет. Нахуй он нужен. О, тема вообще. Ёб твою мать, там внизу просто бездна. А я кого-то слышу, кто-то дышит здесь. Это похоже на спуск в помойку во второй ДС-очке. Алле. Гоп нах. Нихуя не вижу с этой камерой. Отлично. Блять, а как же? Лут-то тоже скрысить хочется, знаете. Герой-долбоёб не смог перешагнуть. Кретин ебаный. Кретинелла конченая. А, это окно, это не дверь. Почему у меня такое чувство, что мне внизу таких пиздюлей наставляют? Можно какой-нибудь фонарь туда кинуть? Блять, я даже не вижу, что там. А то светло, то не светло. О, смотрите. Посветлее стало.
Никого я там не вижу, честно говоря. Блять, 6000 душ. У меня есть что-нибудь такое, что можно бросить, чтобы там светло стало, нет? Были раньше такие штуки. Использовать, чтобы озарение какое-то, блядь. Блокнот. А где у меня такая хуевина, которая прямая привлекает чудовище, его смотрите. Как это поставить в слот? Сейчас посмотрим, кто это. А сверху еще молотого бросим, чтобы он сдох. Подожди, у главного героя какие-то ебанутые броски, по-моему, он еще и шагом их делает. Охуенно, не правда ли? Я прям сразу понял, кто там. Банзай нахуй! Кто тут хоть рычал-то? А, урод какой-то у двери. Я, блядь, не понимаю, как сюда спуститься-то, блядь, нормально. Он просто, блядь, соскальзывает нахуй и падает. Уебан. Недоделанный, блядь. 6000 нахуй там оставил. Ну что, второй сезон программы «Радость альпиниста». Ну, мы узнали, по крайней мере, что внизу ничего супер страшного нету. Но туда спуститься сложнее, чем там драться, я так думаю. И вот эта вот ДС-овская фирменная хуйня, когда лут лежит в таких местах, что хуй найдешь. О, цилиндр посланника, шмотка, что ли? Хуяника цилиндр, что это такое-то опять? И не одеть. Шляпа, которую по странности так любят посланники. Отличный цилиндр украшает голову любого джентльмена из Ернама. Обитателей пня, кажется, интересует украшение, почему бы не позволить им быть счастливым, наслаждаться, как здесь хуйня какая-то полная. Наверное, предмет для какого-нибудь говноквеста местного. Да спускайся ты, ёб твою мать. Кровушка же наша, родимая, блядь. Непосильным трудом нажитая, а как ее отсюда вынести-то, кроме как телепортнуться? А ты изи. Ну я так и думал, что здесь какое-нибудь говно лежит. Знание безумца, блядь. Какая-нибудь херня. И чего дальше? А дальше-то как? Дальше пиздец. С высоты ёбнешься, умрешь нахер. Я думаю, что где-то есть другой проход на самом деле. В эту дебильную локу. Ага, по прямой можно туда спикировать. И тогда он попадет. Попал. Это хорошо. Дальше что? На кучу? Или на бревно? Куча вроде повыше. Че это за хуйня сидит? Оборотень обычный, что ли, какой-то? Сальтуха. Необычный, я таких не видел еще. Я его коктейлями захерачил. В пизду, не знаю, что это было. Но выглядела она ужасно, блядь. Ужасаю, очень стрёмно выглядел. Коктейль Молотова, короче, пушка, блин, имбует в этой игре. Ну как огненные бомбы тоже в ДС-ке имбовали, но там мало кто ими пользовался почему-то. Нахуя там имба-коктейль есть, если есть имба-щит? Ну пожалуйста, только не говори, что ключ нужен. И где это оказался? Кто-то ржет, блядь, как ебанутый за этой дверью. Пустите переночевать!
Чё смешного, дура? Ещё, блядь. Сука, она там курит, походу. Опа. Ну, из птицы охрана для лута так себе. Камешки какие-то. Ну, тут и лут, я вам скажу, блядь, так себе. Говно. Потная одежда. Вот она выпала все-таки. Тише гавкай, блядь. Сука, тварь, говно. Блядь, как с этими собаками сражаться-то? Это ж пиздец, они ебнутые. Так, я там понимаю, что вот это горбатое нечто стоит. Блять. Пиздец, они мне просто нахуй жопу порвали, блять. Сука, шавки эти ебаные, блять. Суёбищный моб, сука, говна кусок, блять. Как назло... О, я щит завел, смотрите. Доска... Как назло, идти сюда, блядь, еще 4 километра надо. Полный пиздец вообще. И убивают, блядь, за секунду при этом. Нахуй, надо щит брать. Пиздует пистолетик. А, вот моя кружка. Никто не забрал. Повезло. Сука, не умри. Так, псина ебаная. Надо на собак самому нападать, походу. Че это такое горбатое стоит? Хуйня какая-то, не хочу даже знать. Так, нахуй. Это опасные ребята, блядь. Надо им дать пройти. Это стелс. Стелс в Bloodborne. Че, они уходят? У них тут конец маршрута. Значит, слева что-то есть, скорее всего. Опачки. Че это такое? Может, это лифт? К костру. А может, это лифт к пиздюлям? Соборный округ. Что это, блядь, такое? Ну, это короткий путь, видимо. Только обратно сюда не залезть нихера. Это выход из той локации, что? А что это такое? Я тут был вообще? Звякает где-то, блядь, черт. Да ладно, блядь. Ой, чё, ёбу дали? Пошёл ты нахуй. Кто стреляет-то, блядь? Чё так метко? Пидарас, сука, мамку твою дел. Где этот, блядь, стрелок охуенный? Откуда он валивает? Бля, у меня такое чувство, что я отсюда живым хуй выйду. Есть какая-нибудь створка, блядь, ворота открывающая? Нихуя тут нету. А это что, апостол тут делает?
Ты же что, ты же спамился всегда, перестал? Порван нахуй. Блять, еще один. Я боюсь, как бы кто похуже не пришел. Эти меня не очень волнуют, дебилы. Блять, еще двое. А там что у нас интересного? 10 тысяч душ, кстати, на минуточку. Ну не душ этих, да похуй. Ой, что-то подозрительно, блять, а? Что-то я, бля, подозреваю здесь хуйню какую-то. А, этих можно обойти. Но у меня третий глаз открылся, я думаю, что сейчас что-то сломается под ногами здесь. Мгла, оцепенение. Что это такое? Создает туман, препятствующий восстановлению очков здоровья. Но это для PvP, походу. Я думаю, что в дарке такая хуйня обычного для PvP была. Подожди, отсюда спрыгнуть, это, бля, верная смерть, мне кажется. По крышам, просто обойти двух бичей. Да я лучше с двумя повоюю, это, блядь. Куда безопаснее, чем прыгать, хуй знает куда. Заодно надо посмотреть, что тут есть. О, видите? Там наверху какая-то залупа стоит. Что это такое? Столб фонарный. Лут. И хуй с косой. С бревном. Дверь какая-то. Дверь, мне кажется, надо дверь открыть. Это, мне кажется, короткий путь куда-то будет. Никого нет, только только чел с бревном стоит между мной и выходом отсюда. Ну давай. Блять, я что-то не поверил, что это парирование. Блять, нихуя ты меня окрестил просто, блять. Осенил крестным знаменем, слышишь, блять. Да, парируется-то не просто на ура, конечно. Семьсот за каждого урода дают. Да-да-да. Вы не могли бы побыстрее подходить? Я, бля, хочу вас по-быстрому всех оприходовать и пойти дальше. Ручки крови. Халяву. Что это у нас такое здесь? Ничьего. И типа здесь что, засады нету, да, еще скажите? Воспаленный глаз, блять, какой-то. А там-то что за хуйня? Да, я ебал. Что-то там вот точно западня какая-то. Вот мне бы костер найти какой-нибудь, чтобы отсюда сдриснуть. Было бы просто чудесно. С 10 тысячами на кармане ходить, блять, это что-то опасно. Ну и локации, ну и огромные. Ладно, попробуем в дверь пройти.
Может, блядь, открывашка хоть работает. Такое чувство, что мне вломят пиздюли, я просто отсрочиваю неизбежно. Как странно, анимация створок работает, одна на другую наехала. Что за сквозняк такой здесь? По-моему, я к боссу иду. Бля, буду к боссу иду, нахуй пошел. А где ж тогда, Кася, где ж тогда сохраняться-то? Где-то же должна быстрая дорога-то сюда быть. Ну, пойдем тогда направо сходим, там хоть лут светится какой-то. Ну, тут кто-то будет, блядь, выскакивать, походу, из-под земли. Что это, кладбище? А, там пещера, блядь. Конечно. Уже иду, ёпта, в пещерку-то. Спасибо, до свидания. Пещера, блядь, вносит коррективы в мои планы. Я туда не пойду. Уж лучше слева там хоть, блядь. Видно, что ничего, никого нет нигде. Блядь, как дерьмово играть без чекпоинтов. Просто пиздец, как бесит. Душ, 10 тысяч душ, это очень... Очень дохуя по меткам, по меркам этой игры. Это как босса убить. Чё, петушок, блядь, не напал? Не попал, бедняжка. Уже 12 тысяч душ, кстати. Опа. А там Луташвили светится, смотрите как. Его можно взять. Но все же понимают, что там какое-нибудь говно лежит. На халяву в этой игре, кроме говна, ничего не дают. Господи, дай мне артефактовый пистолет. Ну, понятно, бешеная какая-то кровь, блядь, холодная. Кровь из бешеной матки. О, это что? Блядь, ты-то хули тут делаешь? Ебать! Нахуй отсюда. Я ебал. Вот это нахер. Вот это нахер засада, блядь. Там джедаи какие-то, сука, с электродрынами повыпрыгивали. Нахуй оттуда. Вон они, смотрите. Это, блядь, охотники, походу, опять нахер. Пиздюлей таких воткнут. Чё, бля, и не снилось. Мне вообще пиздюли редко снятся, как бы. Так, это оглобля там ходит ебучая. Вечный патруль, блядь. Давай, унылый, топай, бля, хоть в другую сторону куда-нибудь. Пошел, блядь. Левый, правый, левый, правый, блядь. Так, этот с косой, это, походу, поопаснее будет, чем с крестом. То же самое. Так. А, и здесь еще два вот этих чувачка, которых я... Сказал, что надо вальнуть. Давай первый. Второго что-то не видно. Интересно, где он? Не сзади хоть? Что-то я перенервничал. Решил его забэкстабить до того, как он, блядь, замах даже сделает. Нормально, что. Блять, проще пареная репа. Не знаю, простали пареная репа, но я просто где-то это слышал. По-моему, это мощнейшая цитата из фильма «Кровавый спорт». Так, ну чего? Я могу еще немножко пройти. Вон еще один стоит. Блин, нахуй столько дыма-то здесь, а? Я понял, что это, где это я, все.
Я дома, ёпта. Соси хуй, тварь. Вот и все. Вот и все, что надо было сделать. Ну что ж, это был... Это был крайне познавательный вояж по окрестностям этой... Этой всего, этой церкви. Я открыл дверь, вот, точно. Теперь я могу пройти по-быстрому туда. В эту церковь, и там, наверное, я не знаю, может, босс. Может, там ничего нету. Может, там хер его знает, что там. Но я предпочитал, конечно, переочковать, чем недоочковать. А я хуй знает, зачем это, ну давай. Подземелье готово. А чаша лежит на алтаре. Теперь можете исследовать подземелье. Вау, а что это такое? Подземелье какое-то исследовать. Я предлагаю вложить души в акции перед исследованием подземелий. Так, мне меч какой-то должны были завести сюда. Заебись. Светящийся клинок Людвига. 20 тысяч душ, блядь! Пиздец, ребята. Это, блядь, дочь миллионера надо ебать, чтобы такие вещи покупать. Залепи дуло свое. Я хочу потратить свое охуенное. Я думал, что у меня 12 тысяч душ. Мне казалось, что это охуенно много, да. Да-да, блядь, да, конечно. 20 тысяч. Не извольте-ка накопить. Так, ну и что? Сейчас я думаю, что с меня все вытряхнут, поэтому надо тратить. О. Коктейли Молотова теперь на всю жизнь запас хоть. Давай посмотрим, что там. Зал печати или печали, что-то, блядь, не успел прочитать даже. Пузырек крови Язевки. Чистая кровь очень бодрит вас. Продукт медленного тщательного процесса очистки. Пузырек с редкой кровью кажется из настоящей лечебницы. Ой, ёпта. Ну и шмот в этой игре. Йозефка. Еврейка, наверное, какая-то. Йозефка. Или это, польская как-то. Паночка, паночка, ёпта. Птумерианский лабиринт, слой первый. Это как слои страха. Ага, и выхода нету. Вот так вот, блядь. А, вот он выход. Чпеньк. Смотри, как щелчком пальцев зажег. По-прежнему, конечно, разложенная пила остается для меня каким-то таинственным, бесполезным оружием. Непонятного, блядь, назначения. И что это такое? Еще одна? Нахуй тут 800 ламп. А где враги? Крысы? И черти. Давай драться в честном кумите, мышь серогорбая. 75 душ на дороге не валяется, уродище. Так, а что за дверь? Такое чувство, что я не могу, не смогу сейчас ее открыть, правда, наверное. Наверное, это какой-нибудь на второй уровень. Да, заперто механизм. Ну, я смотрю, здесь в основном обычные бомжи какие-то ходят, да? Ничего такого супер тут сложного нет. Петух, блядь, подзаборный. А, вон тут понеслась, смотри, что делается. Мясницкая какая-то херня. Я сразу Evil Within вспоминаю. Пидорас, блядь, ну ты пидорас, нахуй, я в ахуе какой-то пидорас, слышишь? Блядь, говном каким-то в меня бросил, блядь, своим нахер, окаменелым, наверное, блядь. Я охуел от такой дерзости и попал под тесак. Ну ты уёбок, блядь, а. Ну ставьте меня нахуй уже на место, я вам сейчас, блядь, сука, глаз на жопу натягивать буду. Вот ублюдок, блядь, а. Ебать я зол. Пиздец, убью нахуй. А чё внизу, подождите, там вон какие-то проходы тоже есть. Пошел в жопу, блядь. Прикольно эти нарисованы. Нихуя они ебашат!
Это, знаете, похоже на этих, блядь, из Я Легенда, короче. Сука, я думал, они убиваются вообще с одного удара. Это я, кажется, с одного удара убиваюсь. Хуёво. Блядь, такой замес. Ладно, бляди, давайте. Чё, сука, не ждали, блядь? Не разрубаются, то есть картинные, нету картинной анимации какой-то смерти. А как же того наверху убить? С пистолета, что ли, расстреливать? Бесполезно, он не сдохнет. А че это у меня за треугольник какой-то так появился сейчас? Блять. Еблан, ну и пошел ты нахуй. Сука, недоумок, блять, конченый. Давай, бросай свое говно, блять. Пиздец тебе. Еле-еле я с ним справился. Они в таких местах, конечно, стоят, блядь, зачетных вообще, молодцы. Еще кто-то помер. А что это такое? Бабенка какая-то ходит с колокольчиком. Ебать, они что, с огненными дрынами на меня идут? Я не понял, а кто мне сейчас атак... Ой, ёб твою мать. Ебануться, блядь. Как она это делает-то? Господи. Ну чё у него один удар сносит, блядь, как у меня 10? Как я его, блядь, а? Запарировал из пистолета, да? Видели? Вообще зачет. Сука, сжечь ведьму. ...160 за нее все удали. Ртутные пули. Говноед, ослов ебавший, блядь. Там-то еще что? Сука, еще один, блядь. Ну это вообще, блядь, какой-то огр, нахуй, лесной. Сука, на тебе, блядь. Да ладно, блядь. Откуда у жирного столько резкости, блядь? Ой, блядь. Я не поверил в свои силы. Иди сюда, пупсик, блядь. Ебать, ладно. Нахуй, 2-1 наши победили, блядь. Ртутные пули. Ну чё, он тут один остался, последний? Или там, блядь, еще какой-нибудь хуй стоит? Внезапный. Нихера он на шпагат присел. Чё, все походу, конец это. А, управлять устройством. Открыто. Старый лабиринт. Это я только новый прошел, что ли? Че, опять надо здесь идти? А че внизу? Внизу он еще там мясо какое-то ходит. Я че, на место залез, что ли? А, ну это туда проход, наверное, под мост. Там делать нехер. А. Ну чё, суровое. Суровое испытание, ничего не скажешь. Не знаю, зачем здесь нужны эти
пещеры. Ничего такого суперинтересного тут нету. Ебаться! Здравствуйте, блядь, и вам привет. Хули ты тут делаешь, блядь, говна кусок? Чё за, сука, подстава, блядь, а? Ничего тут нету интересного, нахуй. На, тут босс, блядь, живет. Говноед, блядь, а? Не парируется, походу. Потому что, ну, я в него выстрелил, когда он уже в воздухе был. Вон его видно, смотрите, отсюда. Так, я не буду тратить здоровье на спуск, на прыжки. Аккуратненько. Его, мне кажется, можно коктейлями издалека закидать. А, там туманная дверь. Защита от умников, да? Зачетно. А мы вот так. Говно полное. Что-то у него там ножкой-то своей, блядь, топнул. У него там грыжа какая-то на ноге, мне кажется, что надо. Надо пиздюлей перестать получать, во-первых. Понятно. Парирование, короче, тут нахуй не пахнет. У него там свечки на горбу такие вообще угар. Чувак, ты пора атаками начинать лечиться уже. Да, по той ноге ему хуй попадешь еще. Хилочки уходят. Так, ну я пытался парировать. Вот, смотрите. Блять, ебанат. Случайно, блядь, попал и прибил меня, нахуй. Уебан, блядь. Ладно, сучий ублюдок, еще раунд. До этого я его жалел, до этого я ему поддавался. Блядь, на меня уже крысы залупаются, ниже падать некуда. И аптечек все меньше и меньше, причем 7 хилок. Как отсюда выбраться, я не знаю. Для того, чтобы, ну, подзатариться немножко. Немножко хилками. Непонятно, что надо сделать. Так, а еще, по-моему, музыка орет, да? Я что-то заметил. Музыка прям что-то вообще прям ебашит. Но на этом боссе, кстати, возможно, музыки-то и нет. Я вот не помню. Не слышался. Блять, я ебу, ну нахуй надо так жить-то, блядь. Я ебать. Два удара, нахуй. Два удара. Левым правым нету, блядь, все. Как драться-то, блядь, с ним, ёб твою мать, в этой узкой, ссаной, блядь, комнате. Еще меньше арену бы сделали, вообще, нахуй. Сортир размером, блядь, и то, нахуй, БД посередине стоит, об нём, блядь, спотыкаешься. Петухашвили, блядь, я ебал. Нахуй надо, заебали эти лестницы ваши. Быстрее в бой, сука, надо бы еще мост тут опускающийся сделать, что просто по прямой вбегаешь. О, мне, смотрю, пятна крови уже к порогу мои вынесли, бля. Типа, иди за хилками, лох. Ой, я ему сразу грызу. Да ладно. Как попал-то, блядь. Контрацепция, блядь. Ходящая. Не, ну ему точно выстрелил, похуй. На, в 40 тень, блядь, а. Как попадает, блядь? Непонятно, нахуй. Ну это вообще, блядь, удар очком, нахуй. Жопой, блядь, меня ударил, что ли.
у него там кровь льется, но он что-то, блядь, не помирает. Да, хилок не хватит. Да раз. А, как еще выход-то? Выход элементарно, здесь же телепорты. Че я туплю-то? Ладно, сучара. Вот именно сейчас у меня есть, блядь, хорошее предчувствие, что он, сука, сдохнет. Сука, очень страшный, блядь, болезненной конской смертью, блядь. Под ударами моего огненного бича возмездия, сука. Как попал, непонятно. А. Косой мудак. Блять, а мне вот приспичило полечиться, знаешь. Да охуение, блять, мне это надо было, пидораса, кусок, сука, блять, говно, ебать. Вот эта огненная бумага, блять, она стоит 2000 крови практически, почти что. 2000, две штуки, блять, въебал нахуй, сука, гандон. Ну кто нахуй таких боссов, блять, делает? Пиздец, блять, щиты не дали, нихуя не дали, магии нету, блять, иди убивай, пиздец. Ёбнуться можно. После этого можно Dark Souls, наверное, блять, с голой жопой, блять, проходить нахуй. Не то что голыми руками, блять. И нахуй, хули этот пистолет-то, блять, ничего не парирует. Он же, блять, вообще просто бог парирования. Он только для парирования, блять, здесь и нужен. Где парирование? Ты чё, ничего не парируется, нихуя. Говно, блять, сраное. Давайте у него потери. А где у него следующее больное место, понять не могу. А, заебись, блять, у тебя третий удар просто от бога, блять. Что ему еще можно, блядь, оторвать, чтобы у него здоровье так просело? Резко вообще. Гарбом. Пиздец! Так, попробуем, блядь, сгусток крови чудовища, может, блядь, он себе как-то покажет охуенным образом. Идите с этим, блядь, говном. Да, охуенно, я чуть не сдох, блядь. Сейчас заиграл. А, я понял, надо его провоцировать на дальние атаки, блядь. И на такие нихуя. А что он прыгал, как сделать, блядь? Ну прыжок же, ёбаная мразь. У него ебанутые, блять, вот здесь нахуй боссы, вот у них мувсет, блять, то 4 удара, то 3, то 2, блять. Хуй чё, хуй какие тайминги задрочишь, потому что никаких нахуй таймингов здесь нету, здесь все по-уебищному, блять. Боссы, походу, блять, импровизируют в бою, блять. То есть бесполезно провоцировать нахуй его на дальние атаки, блять, он прыгнет, когда ему нахуй захочется. Пиздец, блять, сука, рот ебал. Ну и хуйня, блядь, как-то нахуй проходить-то, блядь, идти себе фармить 53-й левел какой-нибудь, нахуй, чтобы полоска жизни, блядь, в монитор не влезла, тогда прийти ему пиздюлей навешать, что ли? Или чё, блядь, вот реально, как нахуй в эту игру играть без таймингов? Сука, уёбище, блядь, галимое, нахуй. Вот
где, блядь? Где ж твои нахуй прыжки были-то раньше, ёптвою мать? Пиздец, блядь, распрыгался нахуй. Ты смотри, блядь, а. Еблан, сука, ебучий. Я такое чувство, что я сюда раньше времени пришел очень сильно. Резко, блядь. Может, надо в одну и ту же ногу пиздить постоянно? Я бью, куда получится. Отличный бросок, блядь. Мало того, что нахуй мимо. Еще и пропиздон дали такой, блядь, что нахуй встает, встает герой после него 20 минут реально времени, блядь. Трудно сказать, что мне помешало сейчас увернуться, блядь, хуй его знает. Я уже даже, блядь, не помню, какая-то по счету попытка, наверное, блядь, 158-я, наверное, примерно. Пиздец, удар задержки, или ты охуел? Я вот, блядь, понять не могу, где остальные уязвимые места находятся, блядь. Я, ну, у него одно только, блядь, такое волшебное. Нихуенное выхватил, блядь. Я, в принципе, знаю, какого можно убить в легкую, надо купить, блядь, на миллион крови, нахуй, коктейлей, блядь, хотел сказать, молочных коктейлей Молотова, блядь, и Митера, Питера захуярить. Блядь, он когда кровью ебашит, не переставая, что ли? Что-то он задумал. Пожалел меня, по-моему. Он сейчас, блядь, просто страшно. Наверное, у него прыжок, блядь, не сработал. Мимо, блядь, прыгнул. Мамку твою, блядь, побеждал, понял? Мушкетерил ее нахуй. Д'Артаньяне ли, блядь, все втроем. Я, Портос, Арамис и Боярский, нахуй. Козел, блядь. Фу, пиздец. Блядь, а душ-то за него дали, ёпта, где лут? Где награда-то? Я чё, за 2000 душ тут ёбся нахер 20 минут с тем боссом? Какого 20 минут? Час тут бегаю заперёд, блядь. То пофармить-то, то подраться, блядь. Как козел какой, нахуй, а? А это что такое? Че, да ладно, что тут, да еще дальше можно что идти? Охуенно, по физике плащ поднялся прям вообще. Ух, грозно смотрится. А что это такое? Ай. Путин Мердядянский, лабиринт слой 2. Не нахуя, мы так не договаривались. Все, короче, я ебал. Я босса убил, убил. А, я просто напишите, эти лабиринты не за раз проходятся, или лучше прийти сюда, блядь,
левелов так через цать. Чтобы нахуй мне тут не сильно жопу рвали. Просто я сейчас пойду дальше, блядь, встречу еще одного урода, которого убивать буду еще полдня. То есть, может быть, его не сейчас надо убивать, может, я пойду туда рано, как бы, да, и просто буду тратить свое время на бесплодные попытки. Короче, напишите, что это нахуй за пещеры, нахер они нужны. Ну и вообще пишите, жмите что-нибудь. Все, адьё.